Пристегнитесь. Хочу напугать объект. Прикрутите глушители. Вижу цель. Вперед. Привет, дорогие! У меня тут очередная запись о мечтателе. Он глубоко копнул, и вы, чуваки, это оценили. Зачем Бог создал человека? В книге «Бытия» сказано, что он создал человека по образу и подобию своему. Один с пистолетами и пулеметами. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Здесь чисто. В квадрате противник. Будьте начеку. Эти припасы подымут наш авторитет среди повстанцев. Хью, мы из картеля. На сторожевой вышке. Заметил еще одну цель. Порядок, все хорошо. Эй, тут бандит с ПП. Рядом с укреплением из мешков. Вижу с песком. Третьего. Спокойно, идем. Пинче каброн. Все круто, все круто. Слушай меня, придурок, ты отвечаешь на вопросы, иначе я всажу пулю тебе в брюхо. Ты меня понял? Остынь, козел! Чего ты хочешь? Амару, где его искать? Ты серьезно? Вот чего тебе надо. Не вопрос. Он на ферме Атория. Вперед! Там узнаете, что мы делаем с теми, кто идет против картеля. Нам нужно спешить. Амару уже старик. Под пытками он долго не протянет. Черт, если у них было время поработать над ним, то он может быть уже мертв. Все может быть. Амару большая шишка у повстанцев. Картель не убьет его, пока не вытянет все, что Амару знает. Мы не можем рисковать. Слишком многое зависит от этого. Идем. А вот и третий. Мы их раздразнили. Вперед! Картель не будет сидеть и ждать, пока мы обнаружим и спасем Амару. Я на мотоцикле. Мечтатель, на
Наши бойцы нашли беглецов в деревне Культа. Прекрасное имя у этого городка. Пленника защищали. Да. Единственное известно, что там логово мятежников. Какие еще повстанцы? Убей всех. Всю деревню. Обрушь на Культу гнев Божий и сотри ее с лица земли. Понял. Сделаю. Ферме Атойо. Среди боевиков много бывших военных. Стрелять зряче. Если Амару попадет под шальную пулю, операция цареубийцы провалится еще до начала. Ну, пошли. Дрон в полете. Еще одна цель. Цель номер три. Еще один. Это пятый. Вижу цель. Смотреть по сторонам. Sé que alguien me escucha, cabrones. Sé que están ahí. Así que escuchen bien. De repente uno perdona. ¡Ucrecie! ¡Vamos de aquí, bestias! Здесь оружейный ящик. Чисто. Как раз то, что нужно. Вы Амару? То, что от него осталось. Мы вытащим вас отсюда. Как дела? Алло! Вперед, я за вами. Андрес, ты там? Ну, думаю, придется начать заново. Дозвонитесь 10-м и выиграете конкурс «Подрежь помойку». Как оно, народ? За микрофоном диджей-попугай, передающий особо... Куда вы меня ведете? К вашим друзьям. Так, Пак Катари заключил сделку с проклятыми Янки. Молодой дурак. Обсудить это с ним, сеньор.
честно, мы уже производим столько порошка, что раньше сдохнешь, чем нанесешь сработку на какой-то вшив. Но руководство отмечает, что некоторые из нас уже имеют бледный вид. Ребят, внимание! Плюс к тому, некоторые из вас стали реально параноиками, так что маленько попуститься не помешает. Знаете, как я держу в узде свои лекарства? Составил себе типа расписание. То есть, никакого кокса с 9 до 11 утра. И с 3 до 5 дня тоже ни-ни. Так, а вот травы я могу курить сколько влезет. Вреда нет, но никакого кокаина в эти 4 часа. Это, конечно, могу вонзить щепотку. Но это же все натуральное, как трава. Так что тоже не вредно. Но помимо этого, никаких наркотиков. Берегите свои яйца. Жить по расписанию, как я, это требует высокой дисциплины. Но только так мы можем быть уверены, что не станем наркоманами. Так, а сейчас сколько времени? Venimos a ver si podíamos. Venimos porque podíamos. Santa Blanca Radio. Todo el poder de México transmitiendo con 100.000 watts de potencia. Santa Blanca Radio. La voz de los patrones. Santa Blanca прилагает огромные усилия, чтобы очистить страну от мятежников. Но в одиночку нам не справиться. Этот пошляк Покатарик оправдывается, будто хочет избавить вас от нищеты, передать власть над страной в руки крестьян. Но Бак-Катари лжет. Подобные люди щедры на обещания. Они дарят вам надежду, но сами думают лишь о власти. Мы немало таких повидали во всех уголках континента. Но Санта-Бланка возвращает ответ... Я за рулем. Давайте, я догоню. Тут оружейный ящик. Ты ранен? Внимание! Сейчас придет файл Боумен о Юрии Полито.